daddy. Which one you want, nigga? Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Так, сейчас будет гоночка. Сейчас радио надо будет вырубить. Ля. Damn, this motherfucker got robo. Я не помню, как это делается. He should have paid the nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. А вроде колеска мышки, да? Режим первого лица, переключите камеру, нажать В. Так, давайте среднюю сделаем дистанцию. Давайте, мне кажется, лучше на белый поехать. Не хочешь заказать, дружище, я уже купил, приобрел его в кредит, соответственно. Так, аж крыша поставить, убрать. Черт, у этого нигера, наверное, хрен как у ребенка. И моя машина взята в кредит. Вот это да, иди к папочке. Какую берешь тебе? Бля, я красную хочу. Я все время белую брал, это типа Audi. Audi R8, кстати. Спойлер. Реально, братан. Черт, до этой тачки и крыша автоматическая, и вообще полный фарш. Да, да. А все. Чтобы иметь такую тачку, нужно вкалывать. А теперь она... Ну, что я хочу обкатать. Слушай, извякни на мобильник. Черт, вот оно. Ладно, братан. Так, значит, давайте возьмем вот эту точилу и поедем на ней. Ну, слушай, если будет реально лагать, то, наверное, все-таки реально будет, надо будет поставить какие-нибудь настройки в GTA поменьше. Если нет, то нет. Вот эта тачка, кстати, если кто будет проходить GTA, то вот эта тачка, ну, красная, она лучше. Она гораздо лучше. Ой, черт, я хочу красную. Давай, так, я красную беру. Какая кнопка? А, понятно, треугольник. Кстати говоря, посмотрите, это PlayStation 3. Кто жалуется на мыло? Здесь нет мыла. Все нормально. Какой жирный, а? Гарфилд. Я какую возьму? Не знаю, белую давай. Мне все равно. Вау, тачечки. Я возьму беленькую. Слушай, я тебе не Ника, понял? Я возьму беленькую. На клево смотрится. Поднять крышу. Удерживайте. О, тут можно поднимать и опускать крыши. Крутые тачки. Да, Нига. Кстати, я предполагаю, что сейчас GTA-шку пятую на Твиче не постримить. Я имею в виду прохождение одиночной кампании. Потому что за слово «нигер» там перманентный бан прилетает. Так, а что будем делать? У-ху-ху-ху-ху! Вы только посмотрите на это! А, выберем одну из машин. Ну, давайте первую попавшуюся, то есть вот эту вот. Я на красный поеду. Начинается веселуха, о, котик. Кись. Так здорово выглядит. Кстати, друзья, с этого же аккаунта я играю и в GTA Online, так что можете добавляться в Social Club, ник Mr. KUT. Думаю, найдете. Франклин у нас член Grove Street Families, ребят. Вот они, эти тачки. Я хочу красненькую. Помидор хочет красную точила. О, да. Итак, у нас две красотки. Красная и белая. Я думаю, что выберу белую. Она как-то более заряженная, что ли, смотрится. Ну что, поехали. Ух, твою мать. Блин, как же все-таки классно, а? Трудно вообще поверить, у меня реально чуть ли слезы на глаза не наворачиваются от того, что я играю в пятую GTA, потому что реально классно. Выберите тачку. Красная или белая? Белая или красная? Давайте белую возьмем, это Audi. Как у Тимати практически, была или есть. Ты всегда был привередливой мудилой, да, мазафака? Кореш, кретин, да пошел ты, жопой шевели. Черт, этого нигера, наверное, хрен как у ребенка. Ай, машины взяты в кредит. Вот так? Внезапно обнаружил у себя яйца? Реально, братан.
Черт, у этой тачки и крыша автоматическая, и вообще полный фарш. Черт, это у нигерная нахрен как у ребенка. Ага, и машина взята в кредит. Ну, вот это да, иди к папочке. Нигер, какой берешь? Я возьму белую. Белая, классная. Порт. Вот это тачка. Россия, ага. Не знаю. Так, выберите одну из машин. Какую, ребята, выберем? Красная, белая? Ну, белая зачетная. Зачет. Давайте. О. И беленькую, я не понял, они тачками прибрать в каком плане? Но если ты сказал, что у них документы, значит просто перегнать, скорее всего. О, у нас уже 500 лайков, даже 30 минут не прошло. Спасибо, ребят, обещал про лайки, говорит, ну не сдержался. Давай до 1000 и все, я замолкаю тогда, хорошо, на весь выпуск. На весь выпуск замолкну, из косарик сейчас наберем. Так, ну что, давай. Мне вот это вот нравится.